Звучит аварийная сирена, а это значит, что в городе произошла химическая авария. Ядовитое облако надвигается на город, и у сотрудников есть всего 7 минут, чтобы надеть защитный костюм. Затем, как персонал облачается в амуницию, наблюдает строгий судья и выставляет баллы за каждое действие. С надеванием защитного костюма хорошо. Тревога учебная, но условия для тренировки максимально реалистичные. На открытом поле, под дождем и ветром, нештатные аварийно-спасательные формирования соревнуются в навыках гражданской обороны. Задача не только надеть защитный костюм, но и собрать приборы для измерения качества воздуха. Прибор ВПРХ предназначен для определения заражения на местности. Основное, что здесь есть, это насос, через который прокачивается воздух, и комплект индикаторных трубок. Каждый из вида трубок определяет тот или иной наличие того или иного отравляющего вещества в воздухе. В нештатных аварийно-спасательных формированиях состоят добровольцы. Они проходят обучение, готовы прийти на помощь спецслужбам в случае необходимости. На соревнования приехали команды из Химок, Домодедово, Одинцово и других городов Московской области. Суммарно более 100 человек. В нашу, грубо говоря, работу входит то, что мы помогаем службам МЧС в случае тяжелых ситуаций. Наша задача – это оказать первую помощь и вынести из очагов химического, радиационного и завалов. За звание «Лучший санитарный пост» соревнуются команда из Домодедово. Сотрудники уже надели спецодежду и хотят показать свои навыки. Мы сейчас пойдем в ядерный очаг, будем оказывать первую помощь. По легенде, в очаге заражения команда обнаружила человека без сознания. Нужно быстро поставить диагноз и оказать первую помощь. А пока санитары делают искусственное дыхание и массаж сердца, пожарная дружина соревнуется в тушении огня. Всего несколько секунд, и возгорание ликвидировано. В этом упражнении главная практика. Ведь дружинники не раз оказывали помощь при настоящих пожарах. Мы отработали отлично. Третье место мы заняли. В прошлый раз мы заняли второе место. Но мы будем пытаться занять первое место в следующем раз. Но больше всего участники ждали соревнований среди полевых кухонь. Вкусный обед готовили команды из Химок, Одинцова и Домодедово. Мы будем готовить кашу. Каша у нас гречневая с тушенкой, и мы будем подавать чай. Кроме каши, участников соревнований угощали бутербродами с салом и гороховым супом. Очень безумно вкусно, остренький. Надо рецепт взять. Соревнования прошли в рамках празднования 89-й годовщины образования гражданской обороны. Химкинские команды заняли первые места во всех номинациях.